Трогательный романс в честь любви и семьи. Одна из исполнительниц только что получила необычную награду. Консул России Ирина Переверзева вручила молодоженам с 45-летним стажем медаль за любовь и верность, учрежденную в Российской Федерации 8 лет назад. Медалью, в соответствии с положением о медали за любовь и верность, награждаются супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества. Прожить вот эти все годы вместе, во-вторых, воспитать детей, иметь активную гражданскую позицию. И вот, собственно, все эти обе семьи, они дают пример того, как нужно жить. То есть это люди, вы заметили, что это люди, которые не только занимаются, вообще не просто живут, не просто воспитывают детей. Вы видели, что они поют в хоре, они принимают участие в общественной жизни, и поэтому вот они являются награжденными. Александр Сергеевич и Наталья Ивановна Сидельниковы удивлены не меньше собравшихся гостей. Такой солидной награды за свою семейную жизнь супруги никак не ожидали. Недаром же говорят, зима без морозов не бывает, так и жизнь. И говорят, чтобы пройти, обязательно что-то попадется, или камень, или колючка. Поэтому жизнь протекала, все было. И ругались, и все, ну как-то мы друг другу уступали, понимали потом друг друга. Ну сильно таких уже у нас ссор не было. В мире есть две составляющие, это положительное и отрицательное, плюс-минус. Есть тьма, есть свет, есть холод, есть тепло. Все это было. Но мы достигали единства двух противоположностей всегда. Награждение проходило в областной библиотеке имени Пушкина, поэтому без книг не обошлось. По доброй традиции консул передала библиотеке новую коллекцию книг российских издательств для казахстанцев, чьим родным языком является русский. В коллекции не только книги, но также ноты и диски с музыкой.